Вот концовочка-то будет, если сейчас сравняет Малага. Подача. Кастильехо. Иско. Игра-то от и до реаловская. Полностью. Роналдо. Скидка на Бейла. О, разогнался Валиц. О, разогнался-то, а! О, разогнался-то и с правой забил Криштиану. Ну, так хорошо. Ладно, пусть голевая на Бейла. Нет, игра-то полностью реаловская. И все закономерно, все логично. Камини не вездесущий, он не всесилен. Он не может натащить все подряд. Кассиев, конечно, мог Камини этот матч вытащить для Малаги, там, не знаю, очко какое-нибудь, но все логично. Все закономерно, скидка хорошая. Вот Роналду и как, да, разогнался Бейл, как он себе мяч подработал на ход, удобно. И пусть правая нога, но в ближний угол уже на коленях оказался Камини, и рановато он присел. Все прекрасно видел Бейл и красиво.